иностранных языках из согласной библиотеки имени Горького. Я представляю сегодня нашу библиотеку, наш замечательный коллектив. В нашем отделе более 20 тысяч книг на 45 языках мира. Да, и, конечно, мы стараемся, чтобы все наши пользователи имели возможность найти именно тот язык, тот интерес, их удовлетворить, который, собственно, их интересует. Вот. И смотрите, я специально для вас вот сделала такую небольшую табличку, такой слайд основных ключевых моментов. Вот. То, что важно, чтобы наша библиотека действительно была пространством возможностей. Что самое важное? В каком бы отделе библиотеки мы ни работали, очень важно, чтобы мы продвигали наш самый основной продукт, да, как сейчас вот модно говорить, вот, это книги и чтение. То есть все, что мы делаем в самой библиотеке, это способствует тому, чтобы привлечь наших читателей к книге и к чтению. Ну, в нашем случае это благодаря и посредством изучения иностранных языков. Вот. И дальше. Что мы еще можем, какие задачи у нас ставятся в нашем отделе, чтобы вот действительно вот это пространство возможностей сделать реальным для наших пользователей. Это предоставление свободного доступа ко всем ресурсам на иностранных языках. То есть все, что у нас есть, мы должны и обязаны нашим читателям в свободном доступе предоставить. Вот. И, конечно же, создание комфортной среды для наших пользователей. То есть, чтобы им было удобно, комфортно, приятно приходить к нам и получать все то, что у нас есть вот в этих нормальных, хороших условиях. Вот. И еще очень важный момент какой, что в каком бы мы отделе ни работали, все, что у нас есть, все наши ресурсы, они помощь учебному процессу. То есть, конечно, мы очень бы хотели, например, на базе нашего отдела организовать курсы изучения английского языка, немецкого, еще чего-то. Мы не можем предоставлять, мы должны это очень хорошо понимать, мы не должны конкурировать со школой, с какими-то языковыми школами, потому что мы можем быть только в помощь учебному процессу. Но тем не менее, наша помощь очень реальна, наш вклад очень весом, да, в это дело. Итак, что же такое комфортная среда для наших пользователей или читателей, как мы их часто называем, такое традиционное наше слово? Вот это прежде всего стандарты качества. В том, о чем я вам сказала, это хорошее освещение, это удобная мебель, это ну, приятная атмосфера, конечно, да. Плюс, естественно, про фонды я скажу еще дальше немножко. Фонды мы должны, естественно, формировать так, чтобы было интересно нашим пользователям. И так вот, ну да, мы должны их учить, конечно, они должны следовать за нами, но и мы должны учитывать их интересы обязательно. Вот. Ну, естественно, профессиональная компетенция, то, о чем я говорила. В отделе у нас работают специалисты со знанием иностранных языков, вот, библиографы, которые могут сориентировать и показать, и работают над базами данных. Например, у нас база данных книги областной библиотеки на иностранных языках туда вносится. И статьи, естественно, расписываются из периодических изданий на иностранных языках. Вот. Конечно, такая помощь нужна будет нашим пользователям и библиотекарям, и библиографам. Вот. Ну и возможности пользователя отдела литературы на иностранных языках, какие они вообще у нас существуют, онлайн и офлайн. То есть сейчас мы все знаем, что в период пандемии наша жизнь немножко изменилась, да? Даже во многих случаях очень сильно изменилась. Вот. И все те программы, ну программами я так буду называть, это все, что мы делаем, это такое общее название. Выставка, это мероприятие, это встреча какая-то с небольшой группой читателей, или это большое мероприятие, крупное, это все программы. Так вот, программы мы раньше проводили чаще всего у нас, правда, или выезжали куда-то, то есть мы с людьми виделись, мы видели их глаза, мы слышали их мнения какие-то, да. Вот, сейчас у нас это все уходит в виртуальное пространство, то есть мы работаем больше онлайн. Да? Ну, к счастью, наверное, сейчас уже опять немножко возвращается это прекрасное время, и мы можем и так, и по-другому работать. Вот, то есть мы должны, конечно, предоставлять возможности для читателей и офлайн, и онлайн участвовать в наших программах. И какие конкретно программы? Вот, это разговорные клубы, это киноклубы, это встречи с носителями языка, это летние языковые программы, многое-многое другое. Все, что повышает
и коммуникативную компетенцию. Ну, конечно, это я говорю уже в отношении нашего отдела. Важно, чтобы наши дети, выходя из систем средней школы, владели иностранными языками. Мы все этого хотим, правда? Библиотека в помощь учебному процессу. Вот эти коммуникативные способности, это и есть способности к общению, к разговору. То есть они грамматику изучают в школе, мы помогаем, да, учебному процессу, чтобы развивать речь, да? Какие-то программы проводим вот, с носителями языка конкретно, чтобы ребята могли владеть теми, да, то есть развивать эти умения, да, которые знания им теоретически дали, чтобы они умения и навыки свои развивали у нас в библиотеке. Сотрудничество абсолютно официальное. У нас таких центров, как у нас, как в Минске, все в США, 11 республики Беларусь. Они были сформированы, естественно, с согласия Министерства иностранных дел Республики Беларусь, ну и посольства США. Вот. И эти 11 уголков и центров снабжаются периодически вот такой замечательной литературой по нашим запросам. То есть они опять-таки помогают нашим ребятам в изучении английского языка. Да? Потому что что самое важное? Конечно, это знать язык страны изучаемого языка и знать какие-то культурные реалии, которые в этой стране присутствуют, да? Чтобы быть ближе к этой культуре, чтобы знать лучше людей, понимать их психологию. Наш партнерский центр, он у нас такой библиотека на колесах, InfoUSA Mobile, вот он выехал сегодня сюда в ФАП. Вот. И я хочу начать с книжечек, показать вам книги, которые у нас в этом центре интересно есть. Вот. Этот партнерский центр у нас существует при нашем отделе литературы на иностранных языках. Ребята могут приходить к нам, у нас там проходят различные программы. Вот. И хотела бы показать вам книги. Начать с книжек необычных. Вот есть такая у нас коллекция необычных книг. Мы очень много проводим таких презентационных программ. Вот именно показываем эту коллекцию, показываем коллекцию наших комиксов интересных, которые вот 4 есть у нас на 5-6 на выставке. Но я взяла сегодня только самые-самые такие тоненькие, небольшие, чтобы мы могли это довести. А вообще у нас коллекция большая, интересная, вы можете это увидеть. Вот, сейчас вам предлагаю посмотреть алфавит, как замечательно можно с ребятами изучать английский язык, да, изучать алфавит, он очень быстро и хорошо усваивается, когда это интерактивный алфавит, да, когда у нас буквы выдвигаются, что-то тут открывается. Я вам эти книжечки сейчас буду передавать, и вы передавайте дальше, а я буду рассказывать. Вот. Изучаем алфавит и изучаем геометрические фигуры. Смотрите, знаменитый портрет, который мы знаем очень хорошо. Да. Вот, видите? То есть геометрические фигуры, опять-таки, как мы их учим ребят видеть это, вот, на полотнах мастеров. То есть, смотри, какое задание. Иногда не надо видеть детали, а иногда нужно увидеть конкретно. Вот. Еще я вам хочу показать книги нашей коллекции необычных. Вот такие, смотрите, для маленьких детей, которые к нам тоже иногда с родителями приходят. То есть, мы читаем, изучаем, что такое молоток и как им работать, да? Потому что некоторые мальчики, ну, к сожалению, не знают, как работать этим инструментом. Ну, я знаю, что у вас, вы наверняка знаете, это у нас городские жители страдают такими. Вот. То есть и пила, как называется этот инструмент, как им работать. То есть вот уже вот в таких книгах, игрушках, а это типа пазл, да? Вот, я вам тоже это все передам. Пожалуйста, посмотрите. Вот. И все, о чем мы показываем, это книги, конечно же. Вот эта книга-игрушка, это тоже книга, но есть все признаки книги. Это текст, это автор, название, да? И идея основная, да? Как правильно обходиться с маленьким ребенком. Об этом нужно, да, говорить с деткам и рассказывать, как же его нужно, когда он проснулся, что с ним покормить, да? Обязательно с ним покупать его, погулять, да? И так далее, и так далее. И почитать книгу, что мне особенно нравится на ночь. То есть, понимаете, это уже на уровне вот идет, вот просто закладывается в подсознание, что обязательно важно детям читать книги с самого младенческого возраста. Вот. Называется она Baby's Day, день из жизни ребенка. Вот я вам ее передаю, пожалуйста, смотрите. Вот. Что у нас еще очень интересного есть дальше? Вот, а дальше у нас есть книги. Так, такое, чтобы так, все нормально. Книги с 3D-очками. Вы знаете, что
был период, когда в телевизорах мы слышали, что дофаминики с аутентичными звуками природы, которые там есть. Книга эта задумана и осуществлена вот при помощи специалистов-орнитологов. Вот. Все это звучит, все это можно послушать. Можно просто даже, знаете, ну вот иногда рабочий день напряженный, открыл книгу, посидел и уже природе. Да. Получается очень приятная такая ситуация. Немножко в этой паре. Такая книжечка. Вот. Вы когда ее досмотрите, вы мне скажите, пожалуйста. Я выну батареечку, потому что там она уже чуть-чуть у нас такая. Много раз ее смотрели. Ну и покажу вам еще несколько очень интересных, необычных книг. О, ну да, они уже здесь. Да. Я обязательно вам показываю на стенде. Да, тут вот вам демонстрирую, как это происходит. Потому что эту книгу у нас очень любят. Вот, пожалуйста, посмотрите. Ну и вот такая есть книга. Мы ее все-таки решили вам принести, она очень тяжелая, о спорте. Потому что очень многие ребята и подростки любят спорт. Вот, увлекаются всевозможными видами спорта. Все это описано на немецком языке. Вот, и она такая интересная, в виде энциклопедии сделана, очень привлекательная женщина. То есть я вам тоже ее даю. Давайте мы передадим туда, еще дальше, чтобы все коллеги наши увидели. Вот. Итак, партнерский центр «Пятерка США». Книги вы увидите. Что мы можем предложить вашим ребятам на нашем проекте передвижной библиотеки, кроме книг? У нас еще есть замечательная часть творческие мастерские, когда мы вам показываем наши все интересные ресурсы, с которыми мы работаем. Потому что, знаете, что библиотека сейчас, я уже об этом неоднократно говорила, это не просто место, где люди читают, выдают книги, читают книги и берут книги домой, их меняют, правда? Это место, где люди получают всевозможную информацию и, главное, общаются и учатся чему-то новому. Это такой информационно-презентационный центр. Это центр изучения каких-то новых технологий. Вот в данном случае наш отдел тоже развивает это направление. Вы знаете, что движение мейкеров оно началось уже очень давно, в начале 2000-х годов. И вот мы до сих пор еще это направление продвигаем, с ним работаем, потому что наши ребята это очень любят. И вот мы сегодня это тоже вам. Вот. Все так просто работает, да. Вот. А вообще люди развивают это до таких интересных каких-то композиций сложных. В общем, ну вот цель тут одна, чтобы показать, как мы все можем озвучить, как все может стать живым, ну и зазвучать. Вот. То есть нажимаем один раз, стержень этот течет, вы можете что-то рисовать. Почему это 3D? Ну, нарисовали, Объем можно делать тоже, да? Есть у нас и такие модели ручек, которые у нас с шаблонами. Вот. Эти, значит, можно работать с шаблонами, и потом их соединять, и вообще получается объемная фигура.